Так, здравствуйте, товарищи. Очередная наша покатуха отмороженных исполнителей. Физкульт, привет! Машите лапками, кто там может. Что-то все стоят там, думай. Сегодня, короче, КТМ я свой продал, поэтому поеду на вон то желтом страшном аппарате ДРЗ-400Е. На этом танке фиг ли не ехать. Не поймешь даже, какая скорость на всех едет. Снимаем исполнителей. Вон Серега едет. На жопе. Стойку вставай! Вот. Виталя правильно едет. Ходи медленно. Давай туда. Давай туда. Сейчас исполнители нам покажут. Да, Вадим? По косогору стоечки на балансе. Правильно. О, Вадим все равно исполнил. Зачем полез в ебеня? Вот же дорога есть. Тебя куда понесло? На бревна. Езжай вперед. Вадим прогрессирует, молодец, дочь ездит уже больше. Сегодня с нами лютый агрегат и коник. Вообще жесткая колесница смерти, можно сказать. Но колесо у него мне нравится, как узела 130-го, вот так же ходит. Такие же у него продольные люфты. Сейчас поснимаем исполнителей. Давай, Вадим! Чуть-чуть.
один там. По склону канава такая глубокая, это весело, даже надо держать сцепление. Ух ты, скользко. Потихонечку на балансе, потихонечку на балансе. Чуть сам не исполнил. Поснимаем исполнителей. Давай, Вадим. Оба. Жестко. Бревна как ловко перепрыгивает. Со второй. Это уже было интереснее. Колесо переднее срезало. Физухи маловато для такого мотика. Едешь с ним, борешься. Не зря я взял себе 125-ку. Тяжелые мотики не для меня, с моим бараньим весом 60 килограмм. Мотоцикл, который, грубо говоря, весит в два раза больше меня, как вот этот килограмм 120. Это нифига не одно и то же, что мотоцикл, который вот я сейчас купил себе новый КТМ весом в 90 килограмм, 125-ку с двухтактным. Страшный маньяк на китайце. Чё встали, стоим? Чё, поехали? Давай, Игра! Он снимай! Сейчас я хочу у вас кого-нибудь снять. Виталя.
помню. Вадим сейчас нам покажет. О, осьминоги на воле, газу, газу! Молодец! Смотри, вот сейчас вот сюда, уходи вот так траверсы, и потом туда. Да вот заебал! Он в горку начинает хуярить. Здесь хорошо хоть этот, может быть, продавать его там. Блять, я ему сразу говорил, это тяжелая свинья. Пиздец, на нем так тяжело ехать. Да. Я просто устаю. Че у нас снова привал эндуриста? Машите ручками, кто там. Я добрался. А, даже Китай у нас доехал сегодня. Первый раз. Да. Ты зажигание выключи, ты что там аккумулятор сажаешь? Батарейку заряжай. Нет, когда помнишь, мы ехали-то. Леня, кто там сказал, я вот здесь еще все распилил после этого. А, та дорога-то? Так там сейчас, блядь, город, я просто думаю, я же в эти города мы туда залазили. Нет, это зверозавхоз. Нет, да? Что, в другую сторону шоссе. Это вот зверозавхоз. Куда-то мы, блядь, вот, ехали, вот ехали. Блядь. Мы же, помнишь, звери до конечки доехали, потом а, дачи а, пошли, потом всякая хуйня. Ну, это за зверозавхозом, Коля. Как ухалывать, так? Далее есть Андрюха Боев. Витя на прокатном Серове. Только с Японии привезли.
что-то на жопе есть. Едем вниз. Хорошие горки. И вот они, кстати, недалеко. А то мы вот тут вот тренироваться как-нибудь приедем. Вот тут и площадка есть ровная. Можно баланс потренить. И вот подъемы, спуски, там еще круче есть. Молодец, Вадим. Я бы сказал ему поплаваться, да, или как? Че? Да, вот так про... Топ. Во, Юра. Давай, китайчина! Это что такое было? Пиздец, проволоку запутал. Прикинь, ногу не оторвало. Зажигание выключи. Давай поднимемся. Да, я подниму. У меня проволока напуталась, прикинь.
Этот проволоку зацепился, на меня упал. Ногой зацепил и потянул, тебя оторвал ногу. А вон она. Ну что, товарищи, приехали домой. Как ваше ничего, расскажите. Отлично. Супер. Наше ничего, да. Да. И машем Ютубу, Петя, корона. Привет Ютубу. Все. Ставим лайки, подписываемся на канал, кому понравилось. И до свидания. Довольные, счастливые. Да. Я хоть до последних 3 месяца размялся, блядь. Андрюха вон у нас после травмы хоть выехал. Не